И возрастная категория 16 лет, 17-16 лет. Второй разряд. Спортивный клуб «Ярополк». Встречайте, Гарусов Данил. В данном поединке у нас встречаются представители СК «Десантник» и СК «Ярополк». Здесь мне хотелось бы уточнить у тебя, Джалал. Подскажи мне, пожалуйста, про регалии Хачатурян Давида, потому что, я так понимаю, ты, в принципе, с этим бойцом знаком уже. Он давно у нас представляет Московскую область на всероссийских соревнованиях. Да, он из родного клуба, моего спортивного клуба «Десантник». Еще когда тренировался в 16-17 лет, он еще был совсем ребенком. Вот. И сейчас уже в 17 лет он является двукратным чемпионом первенства России и серебряным призером первенства России этого года. Вот. Очень-очень серьезный опытный спортсмен. Тренируется под руководством Полетаева Павла Владимировича. И противостоит ему Гарусов Данил. Спортивного клуба «Ярополк». Очень интересная сейчас встреча будет. И, в принципе, встреча в нашей вот, возрастной категории 16-17 лет. Очень противостояние серьезное достаточно. Заметили, могут в любой момент решиться. Видимо, спортсмены не уступают друг другу, да? Ни в технике, ни в скорости, да. Хотелось бы отметить, что Давид очень умный спортсмен. Он не тратит энергию лишнюю никогда. Он знает, в какой момент, когда нужно нанести удар, и грамотно планирует свои силы на весь поединок. Что позволяет ему проводить в достаточно высоком темпе весь поединок. Но, как мы видим, впереди, да, Данил Гарусов. Бал красному. Отыгрывает преимущество. Давид. И какой бросок, да. Выполняет боковой Активный переворот и старается перейти на удушение, но, к сожалению, время заканчивается. Мы видим, да, как с повышением возраста и растет как бы качество поединка. Здесь уже достаточно такая взрослая работа. То есть спортсмены уже стараются друг друга переиграть. Не перерубить просто, да, там по балловой системе, а стараются друг друга переиграть технически, стратегически. Бал красным. Очень-очень высокий уровень мастерства показывают оба спортсмена. Я думаю, что Владимир в дальнейшем это будущие призеры, чемпионы России среди мужчин. И будем надеяться, что и мира, да? Видим достаточно очень хорошую работу на краю ковра у Хачатуряна Давида, да? Находясь, в принципе, да, за пределами практически уже ковра, он эффективно использует свои навыки защиты, да, и его как бы не наказывают за выход, потому что он остается как бы на ковре. Видим мы, что Давид, он работает больше в оборонительной, да, так скажем, стратегии. Старается вытянуть соперника своего на себя. Не форсирует. Но эффективно достаточно работает передней рукой. Опять вытягивает на край ковра своего соперника. Выход за ковер. Да, плотный бой. Соперник будет, да, первым номером у нас работать Даниил. Давид будет просто встречать. Вот, встретим. Бал красному. Да, красивый, вот, амплитудный бросок. Поймал, да, на движении. Красивый, красивый бросок. Да. Не скрою того, что болел, конечно же, я за Давида. Вот, поздравляем мы Давида и его родителей, тренера с
победы на Кубке Мэра. Он становится чемпионом. Вот. А Данилову мы тоже поздравляем с серебряной медалью. В этом бою победу, вот, достаточно хороший боец, поединок он провел. Войск, и серьезный. Кубки Москвы. Юноша 16-17 лет. Весовая категория 80 с плюсом. Боец с красным поясом. Второй разряд. Спортивный клуб «Десантник». Встречайте, Самедов Закир!